Привет, друзья! Войска России получили новую партию БМП-3 и БМД-4М производства 2024 года. Это вторая партия БМП-3 за 2024 год. Курган-Машзавод сообщает, что БМП-3 были усовершенствованы, получили усиленную защиту, которая, вероятно, будет ставиться на местах в частях. БМП-3 оснастили штатными дополнительными комплектами защиты, которые защищают БМП от атак в борт под любым углом. Также поставляются комплекты защиты верхней полусферы бронетранспортера от сброса сверху с дронов кумулятивных боеприпасов. В комплекте идут и средства снижения заметности накидка, сделанные из теплоизоляционного и радиопоглощающего материала для снижения заметности боевой машины. Помимо этого, досрочно изготовлены комплекты дополнительной защиты для БМП-2, противоаккумулятивные решетки и бронеэкраны. По БМД-4М информации нет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.